тебя жизнь проверку надо. Там вы идете за кухней. Тихо, тихо. Что там у вас? Не надо, моя, они все одинаковые. Выбирай, все взяли? Тась, давай. Мама. Ко мне подойдите, господа. Ко мне подойдите. Там на сцене такие. Они худые. Я думаю, вот о том, что, ну, ближе, не ближе, это очень далеко. Значит, во-первых, выходим с двух сторон, иначе, с одной стороны, это будет безумно долго. Выходить надо с двух сторон совершенно однозначно. Вот из-за домиков. Разделились пополам, спрятались за домики. Разделитесь, пожалуйста, пополам. Спрячьтесь, пожалуйста, за домики. Вот одна половиночка за левый домик, вторая за правый домик. Вы из-за них выходите? Мы сейчас сделаем вам дорожку. Вы скажите, до какой черты их можно выставить на сцену? Так, отлично. Значит, центр вот. Вот центр. Вот центр, это вот желтенькие, вот здесь штришки на сцене. Так, значит, хор. Вот мы объявили, на сцене ансамбль имени Локтева Московского городского дворца детско-юношеского творчества. Вот на словах ансамбль имени Локтева хор уже пошел на сцену. Пошли с двух сторон. Итак, на сцене ансамбль имени Локтева. Так. И вперед, сейчас мы вперед встанем. Да. Вот от знака до знака, да, от знака до тумбы. Можно даже чуть-чуть вперед пройти, до домика. Еще шажочек вперед. Да. Вот до линии. Значит, мы с вами из-за указателя вышли и встали. Итак, приготовились. Тихонечко. Указатели не трогаем, на них не опираемся. Это вот указатель, его ломать нельзя. Он еще должен весь концерт у нас прожить. Так, танцевальная группа спряталась. Мы вас не видим. Вы для нас подарок. Да здравствуйте. Не пройдете? А если мы сделаем ручеек вот в хоре, просто проход в хоре? Нет? Тогда нужно выходить с двух сторон. Из кулисы и вот из-за скамейки. Так. Страстные ужасные дикари. За скамеечку спрятались. За скамеечку.
скамеечку спрятались. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спрятались за скамеечку. А здесь спрятались за колонку. А чьи-то хвостики я там вижу из-за скамейки. Все, спрятались. Хор вышел, встал. Так, хор быстренько ушли, спрятались заново и вышли. Давайте сделаем. Приготовились, куда мы прячемся, кто вправо, кто влево. Итак, на сцене ансамбль имени Локтева. Пошли. Готовы? Пробую? Все, поехали. Миш, пожалуйста, диск. Thank you.
Маша, куда идут? Все одни. Маша, иди сюда. Ольга Петровна, кто именинница? Сейчас все скажем. Мы тебя все поздравляем. Мы тебе желаем здоровья. И что мы желаем с вами Камиле? Чтобы она у нас... Так, сейчас я скажу, а потом каждый по одному. Да? Ну, я желаю, чтобы Камила занималась опять с плюсом, старалась. Хорошо? Так, что желает у нас Лиза? Здоровья. Здоровья. Даша. Здоровья. Вика, ну не повторяться. Чтобы хорошо танцевала и всегда выступала. Да, Даша. Чтобы выступала в Кремле. Счастья, здоровья и... Ну, по одному, а то не останется всем. Все, счастья, здоровья. Арина, что желает? Счастья, здоровья, много детей. Не повторяй. Хоть друзей. Друзей. Соня, что желает? Исполнение желаний. Молодец. Кристина, что желает? Состоялась на распределении. Так, Таня. Желаю, чтобы всегда выступала. Чтобы всегда выступала и в школе были одни пятерки. Желаю счастья. Три, четыре. Молодец, все, молодцы. Я скучаю. Ну что это случилось? Катя, проверка мне. Крепко держать, ленточки крепко держать. Камила, иди сюда. Я никогда в жизни не знаю. Рядышком стоим, не шумит. Те, кто выходит со стороны Лизы, нет, вот там стоим. И на сцене сейчас ансамбль песни и пляски имени Локтева Московского городского дворца детского и юношеского творчества. Встречайте!